Вот это вот, вот мы оттуда пришли, из этого поля. Вот это вот. С коптером, конечно, лучше бы проснять все это. Ну это трэш, конечно. Да, вот я вышел на дорогу, которая идет к Старорусскому. А вот теперь это то, как сейчас работы идут по другую сторону дороги. Там мы видели, как это было в прошлом году сделано или в позапрошлом. А теперь смотрим. Вот здесь он сухой лес. Сразу же видно. В нем еще не было наруха. Ну, еще не начало разрушаться все. Но вот как происходит. Это вот свежак. Вырубленный лес. Я так понимаю, вот этими гусеницами пережимаются какие-то, не знаю, может, подземные ручьи или еще что-то. И в итоге потом начинается болото. И вот таких вот траншей. Вот теперь весь лес. А тут был лес хороший. Свежие пенечки.